В 2009 году было такое вот пособие по красоте МВ. Сейчас перебираю книжки в шкафу, хочу выкинуть его. В принципе, оно издается каждый год. Сейчас есть более новое издание. Но можно посмотреть на дизайн данного издания. Красивых девушек, баночки. Вот, в принципе, я считаю, что продукция это высокого ценового диапазона. Вот, можно ту же самую зубную пасту купить в Ашане за 19 рублей. И особо не париться, зачем это все покупать за несколько сот или там тысяч рублей. Вот. Такая достаточно бессмысленная трата денег. А там новые пособия, современные. Можно скачать в формате PDF. Начиная с 2013 года. Вот это вот старое я нигде не встречал, поэтому решил его для вас снять. Ну, я думаю, там текст принципиально не поменялся. Вот, а немножко оформление тут поменяют. Вот, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь, и я буду дальше выкладывать у себя на канале видео и фото в высоком разрешении старых каталогов. Avon, AMV, Mary Kay, Faberlic, прочих. Ну, тут вот уже пошли крема дорогущие. Вот, грамотно спозиционированные, что они на все случаи жизни. Какие-то глаза крупного плана. Ну, в общем, для 2009 года, я думаю, вполне нормальное качество. Я же 16,5 лет работаю. Лейвен. Вот. Тут еще духи есть. Такое вот особое по красоте. Длинное. Уже даже немножко устал листать. Надо для мужчин что-то есть. Средства для себя. Сейчас все это будет в помойку. Спасибо за внимание.